Читайте в 38-м номере Biz Journal «Информационная безопасность банков». Точно в десятку. Отзывы читателей и авторов к юбилею. 10 лет с выпуска первого номера журнала. Вмешиваться или консультировать? Эксперты спорят о реорганизации отечественной системы информационной безопасности. Новое в регулировании. Запуск федерального регистра сведений о населении. Киберинциденты обойдутся банкам дороже. Отечественная криптография на марше. Рыцари круглых столов. Для чего нужно экспертное сообщество? Практические советы для банков. Какие уроки мы вынесли из самоизоляции? Технологии киберзащиты. Новые угрозы и современные инструменты борьбы с ними. Также в номере. Новости, исследования и аналитика. Борьба с социнженерией. О защите данных в госорганах на чистоту. Ковка кадров в онлайне. Подвиги и заслуги отечественных криптографов. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdefisbank.ru/bizjournal.